Здравствуйте! Хочу предложить вашему вниманию обзор по пошиву уже футболки. Было снято видео о том, как сделать выкройку этой футболочки. Футболка, как видите, имеет застежку пола, воротничок с рукавами. Давай спинку покажем. Вот со спины футболочка так смотрится. Поворачивайся. В описании к видео вы найдете ссылку по обработке застежки пола с воротником. Как это сделать, если мы пришиваем воротничок. И будет ссылочка, естественно, на построение чертежа футболки по меркам. Также, может, кого-то заинтересует, вот у нас есть шортики такие. Шортики тоже мы шили. Есть пошаговый МК по пошиву шорт. Если кому шортики нужны, тоже оставим ссылочку в описании. Ну и раз уж мы начали показывать шортики, то покажу тогда и еще одну футболку, которая шились к этим шортам на мальчика. И будет в описании ссылочка, как сделать аппликацию. И здесь уже идет пошив. Застежка пола немножко выполнена по-другому. Она идет, уходит в сторону. Если здесь идет как рамочка, видите, пришита, то здесь застежка пола уходит в сторону и идет воротник стоечка. Тоже оставим ссылочку на застежку пола, если вы захотите сделать ее вот такой. На этом все. Надеюсь, видео будет полезным, и кто-то захочет пошить тоже такую футболочку мальчику, либо подростку, либо мужчине. На этом все. Всем пока!